Творожное печенье «Чайная роза». Ингредиенты. Творог мягкий и жирный, 250 грамм. Маргарин размягченный, 100 грамм. Мука просеять с содой, 400 грамм. Яичный желток, 2 штуки. Сахар, 120 грамм. Ванилин, 1 грамм. Сода, 1 четвертая чайной ложки. Соль, 1 щепотка. Процесс приготовления. Соединить в миске творог с маргарином или сливочным маслом, сахаром, ванилином, солью и яичными желтками. Размять вилкой до однородности. Постепенно добавить просеянную содой муку и замесить мягкое тесто. Количество муки может немного варьироваться в зависимости от влажности творога и размера желтков. Раскатать тесто толщиной 2-3 мм, маленькой рюмочкой вырезать кружочки. Теперь сложить внахлёст по 3 или 4 кружочка. Чтобы розочки были пышнее, лучше, конечно, по 4. Аккуратно скрутить конструкцию в тугой рулетик. Разрезать рулетик ножом посередине на 2 части. Из одного рулетика получается 2 розочки. Аналогично сформировать остальные печеньки, выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 20 минут до аппетитного румяного цвета. Не пересушите. Еще теплые розочки можно посыпать сахарной пудрой. Готово!